производство Германия. Управление полностью джойстики. То есть подъем, опускание стрелы. И вперед, назад. Один владелец, двое официалов. Пробег реальный. Газа нет. Вперед и назад педали. Коробка гидростат. Сейчас мы покажем, что это такое. А так погрузчик очень надежный, но очень особенный. То есть он многим отличается от обычных погрузчиков. Но считается самым-самым крепким. Даже крепче стоит.
Все. Дим, давай рулевое вкачаем. Рулевое вкачаем. Все, хватит.